Всем привет, идем будить Ксюшу. Что-то у нас сегодня разоспалась. Вот она, наша красавица. Ксюнечка, давай просыпайся, мое солнышко. Как тебе спалось? Нормально, а что? Только время, знаешь, ух, уже много. Пора просыпаться, у нас сегодня с тобой много очень дел. Какие? Какие? Ну, во-первых, надо помыться. Во-вторых, позавтракать, пойти на улицу, поиграть в футбол. И да, кстати, ребята, всем привет. Доброе утро. Оставь, я заправлю. Давай, иди чисти зубки, умывайся. А, ребята, утром всегда надо чистить зубки и умываться. Вот, давай, покажи пример. Я пойду тебе пока завтрак готовить, хорошо? Ксюнечка, завтрак готов, пойдем. Хорошо. Что у тебя сегодня на завтрак? На завтрак яблоко, банан и сыр. И компотик. Приятного аппетита. Спасибо. И, кстати, ребята, а что же вы кушаете на завтрак? Напишите в комментариях. Приятного аппетита. Спасибо. Давай. Ну как? Вкусно. Сейчас покушаешь, потом пойдем на улицу. У нас идет снег. Снег и снег и снег. Зима. Весна, осень. На это нам не помешает. Сыграть в футбол и покататься на горках. Я маленько... Так, ну что тут у нас? Я маленько не доела, с утра не очень кушать хочется. Ну ладно. Сейчас погуляем, аппетит нагуляешь. А теперь мы пойдем. Что ты сегодня оденешь? Как обычно, каблуки, кофту, так сюда. Давай, и я пойду одеваться. Угу. Ну ты долго, Ксюнечка? Пап, я же одеваюсь. Давай уже, пора уже. Ох, девочки такие капуши у нас. Чего? Что ты капуша? Помочь тебе? Конечно, нет. Ты же у нас большая, справляешься сама, да? Ну все, я готов. Пойдем гулять, ребята. Ой. А ключи ты не взял? Какой смысл? Ну-ка, иди возьми на полочке. Давай, иди лифт вызывай. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и сегодня тепло, кстати. Давай, покатайся, да пойдем, поиграем в футбол. Твой любимый. Давай, я тебя жду. А если бы головой об трубу? Давай теперь с горочки, потом с трубы и пойдем на площадку. Ну как? Этой горке так же скользко. Пошли играть в футбол. Пошли. А? Пошли? Пошли. Сейчас идем на спортивную площадку, поиграем в футбол. Футболе очень интересно. Ну вон, зайди за мячиком. Тогда давай двумя, бери этот туда тоже, пошли, чтобы не бегать. Ну давай. И, кстати, какой вы любите вид спорта? Вот я, например, люблю играть в мяч, а еще и бокс. Поехали. Поехали. Это мяч и любовь. Опа! Опа! Хо-хо! Гол! Все, ребятки, мы поиграли, теперь пойдем домой пить чай с лимончиком. Иди на карусель, не знаю, куда там. Пап, хочешь посмотреть? И, кстати, зрители, хотите посмотреть его? Как я могу за минуту раскачаться на этой маленькой качельке? А что не на большой? Но это же для малышни качели-то.
Что мы будем сегодня днем делать? Но прежде чем играть, надо попить чай горяченький с лимоном, да, с мороза-то? Да. Ребята, пойдемте домой. Теперь идем домой. Пили чай. Теперь я хочу показать вам мою коллекцию куколок Лос. Как вы заметили, здесь есть капсулы, ракушки и чупа-чупсы. А тут и простые шарики. И, кстати, одна капсула из них необычная. И это маленькая. Давайте посмотрим, чем же они отличаются. Ну, во-первых, на маленькой капсуле есть блесточки, а на большой нету. А еще на этой маленькой есть маленькие такие вот штучки, шкафчики, а на большой тоже нету. И чем они очень хорошо отличаются, это как и светом. Тут у капсулы ничего нету вообще. Поэтому я голосую за маленькую капсулу, она очень прикольная. Вот. Как вы заметили, со мной мои куколки. Тут да, их аксессуары, там всякие штучки, ну, сумочки, очочки и бутылочки. Самая бутылочка мягкая. Ну, в одном шарике мне попался мальчик. Смотрите, вот такой вот мальчик. Такой прикольный. Ну и малышня, и зверюшки, питомцы. Вот, щеночек. Вот. Также монетки. И смотрите, у меня в этой коробочке лежат все подсказки. Тут есть вкладыш, а тут все подсказочки. Ну, допустим, для чего вот эти вот штуки? Это для того, чтобы делать, разгадывать коды. Вот. Так не видно, а так видно. Вот. Также тут есть такие вот, такие подсказки. Вот. А что у тебя на руке, Ксюша? Ах да, у меня же есть такой фенечек. С моим именем Ксюша. Прикольный. Очень красивый. А еще тут есть маленькие бисеры розовенькие. Прикольные. Вот. Ожерелье есть. Вот. Что тут еще? И, кстати, вот моя любимая куколка. Вот эта. Она. Похоже, как будто она идет кому-то на пижамную вечеринку. Я еще знаю, какая-то кукла у тебя меняет цвет волос, по-моему, да? Когда ее намочишь. Да. Ну, не намочишь, конечно, а в холодильник положишь. Даже так? Да. Надо сделать так, чтобы было холодно. Вот. Она меняет волосы розовым цветом. А еще у нее глаза меняют глаза, если окунешь воду. На розовый цвет. Вот такая вот куколка. Тоже очень прикольная. А вот у этой куколки меняется то, что платьишко голубенькое. Вот. Кстати, вот эта маленькая тоже меняет цвет. Трусики у нее остают пятнистые. И вся она остает, ну, коленки грязные остают. Ребята, напишите в комментариях и покажите свою коллекцию своих куколок Лол. Вот у меня их очень много. И, кстати, напишите в комментариях, что же вам понравилось из этого. И, кстати, у меня еще есть завалялась тут такая мумия. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И напишите в комментариях, что же вам еще из этого понравилось. Может быть, капсула или этот чупа-чупс, а может, какой-то шарик. А если не посмотришь мое, Ксюшеньку, то пропустишь самое интересное. Подписывайся на мой канал, ставьте лайки. Ну и всем пока!